Хей, окей, с вами Шумки, мы продолжаем пройти игру под названием Dark Souls 2. Короче, вы, наверное, заметили, да, что зачем-то я фигурку использовал по сравнению с предыдущей. Просто я убиваю у того босса с предыдущей серии, да? Целую серию. Ну, я думаю, понятно, да? Что я целую серию пытаюсь убить одного босса. А это что значит? А это значит, что скоро все вот эти противники, которые здесь, они уже поисчезают, да? То, что я уже не знаю, как... Я уже там 8000 потерял. Просто вот так. Ну че вы мне в спину колите? Ну. Боже мой. Прекрати. Сдохните уже вы наконец-то навсегда. У меня же столько этих самоцветов, боже. У меня же всего много. Тайминги уже выучил. Конечно, кроме тех, которые на меня напали. Потому что их двое, они, блин, их, если по одному хотя бы их вытаскивать, тогда да. А так? Ну смотрите, я уже не знаю, 8000, ой, 8000 я потерял. Получается, 8 раз я уже сюда ходил. Если не вы, это у меня уже большая попытка. Он бегает еще не сразу. Поэтому есть проблемы, так сказать, с управлением. Я, блядь, в яму упал. Хотя он не упадет на босс. А я падал. Давай, полетел. Парам-парам-пам-папам-папам-пам-пам-пам. Проебано. Рано. Короче, здесь может лучше забыть на самом деле об этих фигульках. Поэтому нахер оно надо. А, ну это я понял, я блокировать не умею. Да-да-да-да-да. Может, сразу убью. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Неужели я сейчас снова сдохну? Ай-яй-яй. Неужто я снова сдохну? А, я понял, тихо. Так, бежим, короче, сюда. Наконец-то сосать.
победа. Неужели душа? Кольцо. Аллилуйя. Все, ребята, я его одолел. Не знаю, сколько, блядь, уже попытки. Я ебал его. Просто вот так в ухо. Нам дали охерительное колечко. Не знаю, показал я вот это кольцо восстановления. Оно, короче, медленно восстановление. А, да, кажется, показывал. Вот, идеальное колечко. Кольцо клинков. Кольцо клинков создают по образу и подобию любителя оружия. Безумного рыцаря из Алкина. Увеличивает физическую атаку. Давным-давно королевство Алкин и Вен процветал на этих самых землях. Так, об них было основано одним и тем же человеком. Но со временем погрязли в спорах и вражде. Увеличит физическую атаку. Она увеличит атаку физическую, если не ошибаюсь, на 20-ник. Смотрим. Сейчас у меня сколько? А, давайте так. Ага. Давайте смотреть так. 54. 53. Вместо чего? Кольцо Кавина, портал, показать информацию. Кавина немного увеличит здоровье. Давайте вместо кольца Кавина тогда. А я не помню, где там смотреть атаку мою. 170, короче, 173, 227. Короче, на 20, видите, повышает. Так, 20 тысяч. Не знаю, стоит ли сейчас сюда идти. Еще, не дай бог, отличу. Так, опять скворечник. О! Увы, ничего не происходит. Забрать предмет. Крылатое копье. Для чего я сюда пришел? Это ж не просто... А, тут же вниз еще проход куда-то есть. Так, меч Дранглика, щит Дранглика. А, это я нахожусь там, где у тебя мужичок, да, спускался? Ага, давайте смотреть по предметам. Меч Дранглика. Меч Дранглика, двуручный меч Дранглика капитана королевской армии. Возможно, он стар и потрескан с вида. Но этот клинок — предмет настоящего гордости своего выдающего хозяина. Эта реликвия передается от деда к отцу, а затем от отца к сыну. Драмонт и его предки не раз защищали свою великую страну с помощью этого меча. Слушайте, а давайте я попытаюсь... Так, ладно, давайте броню сначала еще чекну. Так, щит, показать информацию. Щит капитан Драмонда, хотя... Да. Гравировка и стрела щита выглядит очень достойно. Это семейное достоинство. Так, передается от... это уже было. Так, а, точно. Я ж доспля... Показать информацию. Традиционные доспехи из Дранглика когда-то принадлежал капитану Драмонда. Предки Драмита веками служат Дранглику, как защитники форта. Но капитан Драмонд стал последним из них. Ах ты ж, ё-моё. Что, нашёл?
Походу он ко мне пошел туда. Ну, пускай идет. А, вон он в проходе стоит. Могу я одеть этот меч с ТП? 25-20. Тихо. У меня обезьяна летит. А, он застрял. Все окей. Ладно, тогда полетели, я думаю. Тогда, я думаю, полетели. Блин. 20-25, да? Что, давайте тогда, я думаю, прокачаемся. Интересно, есть еще что-то? Или я все изучил, что было? Жизнь, да. О, девчонка. Проклятый. Ищи души, огромный, могучий, найди, позволь улучшить флягу. А у нас нету, новый уровень. Короче, мне нужно 20-25. О! Ни хрена себе. Сразу так, с лету, да? Три тысячи остается на руках. Ни хрена себе. Еще один уровень могу прокачать. Нет, я, короче, думаю, давайте я на остальное стоять. Так, мечи. Да, давайте я вот этот поставлю. Вот сюда я поставлю тебя. Добро. А, это снова ты. Ну же, для тебя у меня... Тут все недорого. Ведь предметы. Давай я куплю это тогда. Большое тебе спасибо. Не бросай, старушка, поговорить. Здесь все-таки скупые. Все везде скупые. Ты мой единственный покупатель. Не заставляй меня умолять, просто купи что-нибудь. Давай, я не знаю, взрывчаток или хила лучше купить. Да давай лучше взрывчатки. Большое тебе спасибо. Купи, купи хоть что-нибудь. Мы называем это место Манджула. Ничего особенного, как по мне. Это просто место, где все подошло к концу. Понимаете, если потратить на нее 6 тысяч, здесь все такие скупые, то она мне должна подогнать бесплатную вещь. Тварь. Лучше бы я пошел бы торговцу все отдал. Так, давайте, короче, смотреть по одежке. Мне ж нужно этот. Ой-ой-ой, переносимый вес. Точно, стоять. Меч я-то поставил. Перекатывайся, хер перекатывайся. Удалить. Пипец. Но они очень весят много. Так, шлем. Такое. Наручи. Они поменьше будут, но они, у них этот намного хуже. Херово.
Так. Показать информацию. Душа преследователя. Душа преследователя обитает в Дронголике. Преследователь, который охотится на носителя знака, не успокаивается, пока его жертва не будет убита. Использовав душу, преследователь можно получить множество душ или создать невероятно ценный предмет. Ага. Я же еще копье могу использовать. Ну, крылатое копье, это понятно. Так. Ладно, плевать. Этот. Это оставим. Может пригодиться. Оставим. Посох не нужен. Показать информацию. Большой кожаный щит. По твердости защиты и снижения урона уступает металлическим щитам. Зато легко и просто в обращении. По твердости защищает и, так, и снижает урон, уступая металлическим щитам. Зато легко. Так, стоять. Мне интересно щит. 90. Ага. Понимаете, у него 100% блока. Поэтому, я думаю, нужно, наверное, полегче одеть перчаточки. Еще легче. Это вообще херовое. Давайте переносим. Ладно. Проклятый, бла-бла-бла. Новый уровень. Мне и стамина нужна, боже, мне все нужно прокачивать. Хоть без шлема бегай, ей-богу. Все равно тяжело поднимается. Ладно, пока с этим тогда бегаем. Ящик предметов. Потрачу еще 300. Они. Го. Да. Большое тебе спасибо. Купи. Ты надоел. Банжула, все ясно. Точно я все там исследовал. Бежище трусов. Если да, тогда мы отправляемся уже в новую локацию, другую. Первое кольцо дракона. Кольцо с печатью дракона дарует своему хозяину защиту драконов. Увеличить здоровье, выносливость и максимальную нагрузку. Но легко ломается, я ее куплю. Ну, буду носить его. Мне нужно кольцо Хавила. Есть оно в игре?
Ну, хотя бы ваншотит. Знаете, что я хочу проверить? Прыгнуть и убить ящерку эту. Но есть второй вариант туда попасть. Это через низ. Это через низ. В принципе, мы можем, знаете, вот так сейчас поубивать их, да? А потом типа сходить. Типа сходить. Ладно, урон большой. Урон приятный. О, видите, все, их больше нету. Давайте тогда черепашку. Я на черепашке сейчас нафармлю. Я сейчас на черепашке нафармлю. И будет замечательно. Ай-яй-яй, придавил меня. Тучок. Плюс 600. Так, это мы еще косарь ей дадим. Ну и просто вижу самый лучший вариант, это покупать у нее самое такое дешманское. Так, там у нас... корневая площадка, да? Да. Поэтому выходим. Давайте наверх. Я не знаю тогда, куда отправляться с вами. Куда мы можем с вами отправиться? Давайте тогда сюда. Так, солдата. Посмотрите, он типа ваншотит. Это со щитом в руках. Ага, за этих дают по 50 только. Хорошо. Наверху у нас ничего такого нету. Так, отправиться Манджула. Поехали. Давайте тогда я сейчас... что сделаем? Куплю на 1200 осколков... или нет? Или да? Не стоять. Блин, я бы, знаете... я не могу найти проход один. К одинокой башне проход. Где у нас еще были с вами закрытые двери? Мне не хочется просто заново с самого начала пройти. Искать. Хочу я туда идти искать. О, все, этого уже тоже, видите, больше нету. Он уже солдата. Так, все, 1500 у нас есть. Можно отправляться. Лифт, вот. Откуда этот лифт? Никто не помнит. Вот откуда этот лифт? Манджул, давайте, наверное, сейчас... Блин, подожди, а как я тогда выбирался снизу?
кажется, через с помощью лифта, не так ли? Они. Здесь предмет. Большое спасибо тебе. Ты что, охерела? Возьми, если так хочешь. Кольцо с серебряным змеем на плюс один. Это если что, чтобы больше души получать. Я не помню, насколько там процентов. Такое кольцо и было в первой части. Показать информацию. Кольцо с серебряным змеем на плюс один. Серебряное кольцо с изображением змеи. Одновременно... одновременно и слуги, и воплощение бога жадности Зиндера. Традиционная жадность считается грехом, но лишь трус боится любой тени. Так, увеличит... Так, павшие враги приносят больше душ. Вот я не знаю, стойка. Вот на что дополнительно снижает равновесие противника? То есть они дольше в стане находятся или что? Опа, щит полого солдата. Щит полых королевских солдатов, но сильно повреждено и с трудом выполняет свою задачу. Так, на снаряжении королевских солдат есть изображение отважных рыцарей из старой сказки. Да. Так, вещи, предметы, подожди. Еще немного, чтобы у меня понизилось. Давай, я не помню, откуда у меня этот лифт. Вот единственное, чего не помню. Откуда у меня этот данный лифт? Лифт. Где я тебя видел, где я тебя вообще брал? Лифтик ты мой. Мы откуда-то... Я точно помню, что мы откуда-то снизу приезжали. На данном лифте. Давайте сейчас спустимся, посмотрим. Забывай постоянно. Ладно. Мне вот сюда все равно нужно сейчас прийти. Цвет жизни закрыто, но здесь я могу чела призвать, но он мне ничем не поможет. Здесь больше ничего нету, а жизнь больше ничего. Хорошо, как мы этот лифт получили? Давайте тогда перейду на другую сторону. Я просто думал, как я выбирался оттуда, когда спрыгнул вниз. Откуда этот парень пришел? Мне сейчас это очень интересно. Откуда пришел этот парень? Так, ну это я кольцо получил, это я гигант убивал. Это мы здесь мужичка убивали. Кстати, а дайте я еще хочу посмотреть. На вот это вот. А если у меня полная?
Хрена себе. А если в дверке? Ну, оно, это копье, типа, но оно довольно мощное. Не, ну мой получше будет. Поэтому фиг его знает. Так, это у нас болото. Это у нас болото. Там мужик, который пуляет камнями. Вот еще тут есть у нас место. Опа. Здравствуйте. Опа, здравствуйте. Пойдете-ка мы с вами наверх. Откуда черепаха взялась вместе со мной? Мне вот этот интересный момент. Хорошо. Хорошо. Бежим дальше. Хорошо. Оп. Оп. Так, факел. Так, давай я, наверное, пойду быстро подожгу это дело. Мы с тобой еще дальше пробежим. Как тебе, а, мысль? Тихо. Анализ, бегаем, я сейчас здесь все подожгу. Факел у меня на целый час, поэтому... Блин, ну там следующая локация будет довольно сложной, поэтому... Вряд ли мне этого факела на раз хватит. Кто его знает? Может, мне этого и не хватит всего. Ух ты ж, ё-моё. Плохо вышло. А знаете, что мне интересно? А если я возьму данное копье, да? Так, это я сюда вниз, да, шел? Нет, мне кажется, мне лучше взять меч и в одну руку.
конечно, как ты мне тратишь? А, короче, почти всю выносливость. А, тут шмотка есть. Черная огненная бомба. Ай-яй-яй. Крот. Будет полегче. С одним полегче. Кнут. Колчатый меч. Человеческая фигурка. Душа безымянного солдата, треснувшее красное око. Да, это опасно. Янтарная трава, зеленый цветок. Ой. Так, больше тут ничего, да, нету? Человеческая фигурка, хорошо. Подожди, туда, да, к тебе могу попасть? А, не, не могу.
меня бомжара бежит. До свидания. Да. А можно, чтобы он сдох? Чем он вообще на меня нападает? Слышь, как ты вообще сюда залез? Скажи мне, пожалуйста. Наверх. А что за херь? Почему он меня убил? Что это за дерьмо? Типа... Пиздец, тварь. Какая он гнида! Боже мой! Как мне с ним сражаться? А что это за херня? Я хочу ему в спину дать. А это нормально? Почему этот пидорас на меня нападает? Скажите, просто за что? Зачем он на меня нападает? Ой, пошел ты в жопу, мудак. Какой же ты мудак. Какой же ты мудак. Просто... Я понял. Ну, блядь, ну, а вариантов? У меня вариантов нету. У меня сейчас есть вариант, это открыть быстро дверь. Залезть наверх. Блин. Какое ж дерьмовое оружие. И главное, он меня кокает, он меня убивает, мне не дает сделать ничего. А я не знаю против него никаких тактик. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Рома в жопец. Папа.
Ну. Нет! Боже. О, смотрите, этого не было. Видите, я умираю, типа. Одышка, человеческая фигурка. Ради человеческой фигурки. Ради человеческой фигурки. Я все это делал. Боже мой. Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом закончим. В следующей серии, я не знаю, там была какая-то тропинка, пойдем по этой тропинке. Может, она нас куда-то приведет, потом телепортнемся. Да и... Хотя... Давай. Новый уровень. Давайте новый уровень прокачаем и закончим. Где мне найти, лучше скажите, этот? Ладно. Да, битва с фантомами жесткая. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.